Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом MotoStrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram MotoStrong, там актуальное наличие. Ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. И в сегодняшнем обзоре мы разберем старого американского динозавра V6 объемом 2,7 литра. Итак, встречаем. Этот бензиновый V6 появился в далеком 1998 году, и в те годы уже никого не удивляли блоки цилиндров из алюминиевого сплава. При объеме 2,7 литра у этого двигателя диаметр цилиндров и ход поршней меньше, чем у двигателя 2.0, но это чистая арифметика. В алюминиевых ГБЦ по 2 распредвала и по 4 клапана на цилиндр. Гидрокомпенсаторы в приводе клапанов есть, а в приводе ГРМ здоровенная цепь. Причем не роликовая, а пластинчатая. Еще по одной короткой цепи есть в каждой ГБЦ для соединения выпускного распредвала с впускным. Больше ничем этот двигатель не примечателен. Нет у него фазовращателей и нет у него двухступенчатого масляного насоса. Но в модификации для Dodge Magnum у этого двигателя впускной коллектор изменяемой длины. Мотор 2.7 устанавливался как в продольном, так и в поперечном исполнении. Если двигатель вот этот установлен продольно, то тогда впускной коллектор накрывает ГБЦ правого полублока. К слову, в правом полублоке находятся цилиндры 1.3.5, а в левом полублоке, то есть со стороны водителя, 2.4.6. А если двигатель установлен поперечно, то тогда впускной коллектор не мешает менять свечи зажигания. Этот бензиновый V6 получили сначала Chrysler Concord, Intrepid и 300M. Потом он появился на Dodge Stratus, Avenger и Chrysler Sebring. Позже он дожил до заднеприводных Dodge Magnum, Charger и Chrysler 300C. И потом его получил кроссовер Dodge Journey. Также этот мотор встречается на итальянских клонах американских моделей Fiat Fremont и Lancia Tema. На сегодняшний день этот мотор кажется простым и неубиваемым, но уже в начале 2000-х годов его называли самым худшим изделием Chrysler. А дело в том, что масло в нем закоксовалось и забивало масляные каналы, после чего двигатель погибал. И по нему много судились на рубеже 2010 года. И владельцы добивались замены неисправных двигателей на новые. Хотя говорилось, что эта проблема была решена в 2002-2004 годах путем внесения изменений в конструкцию блока цилиндров. То есть каналы масляные стали шире, в том числе и сверление в коленвале. А вот с навесным оборудованием у этого двигателя ничего не случается. Дроссельную заслонку стоит чистить раз в пару лет. Индивидуальные катушки зажигания тоже ничем не выделяются. Оригинальный датчик давления масла не славится значительным ресурсом, и проблемы с ним встречались каждые 50 тысяч километров. Скорее всего, немало этих датчиков, бракованных, были отправлены в продажу. Симптом довольно очевидный. На приборной панели загорается и гаснет масленка, которая сигнализирует о низком давлении масла. Причем очень часто датчик потеет маслом, то есть его электрический разъем заполняется маслом. Если такая ситуация произошла, то тогда надо срочно померить давление масла, потому что на этом двигателе очень часто случается так, что обнаруживается закупоренный маслозаборник, либо же изношенный масляный насос. У этого двигателя под продольную установку может неожиданно подвести разветвитель системы охлаждения. Это пластиковая трубка с двумя штуцерами, которые находятся вот выше масляного фильтра. Так вот, трубка трескается, штуцеры обламываются, и это грозит этому мотору тем, что антифриз вытечет. И это, в свою очередь, грозит тем, что этот мотор перегреется. И, кстати, в продаже есть не оригинальные, алюминиевые разветвители.
Ну а если двигатель 2.7 V6 под поперечную установку, то тогда к пробегу в 200 тысяч километров начинает подтекать тройник, который прикручен к ГБЦ, в котором находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Так вот, по оригиналу он пластиковый, но в продаже есть алюминиевые заменители. У обновленных моторов Chrysler 2.7 нет проблемного тройника. Присутствует теплообменник для охлаждения масла, и от него тянутся две трубки к проставке масляного фильтра. Так вот, эти трубки склонны трескаться и лопаться, особенно вблизи выпускного коллектора. На всех моторах Chrysler 2.7 в системе вентиляции картера используется простенький клапан с запорным шариком. Ищите его на трубке, которая выходит из клапанной крышки. И в зависимости от версии двигателя его расположение варьируется. Так вот, этот клапан ВКГ надо менять, если при работающем двигателе и при вынутом щупе через его трубку интенсивно, то есть со свистом, засасывается воздух. Ну а разобрать этот двигатель нам сегодня поможет, как вы думаете, кто? Нет, не Александр. Витя, встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Помпа у этих двигателей вещь страшная и жуткая, потому что она крайне ненадежная. Вернее, она расположена в неправильном месте. Имея совершенно обычную конструкцию, данная помпа является паразитным роликом для цепи ГРМ. А это значит, что на ее совершенно стандартный вал с небольшой опорной поверхностью передаются все вибрации от 4 распредвалов, плюс избыточная для ее конструкции сила натяжения громоздкой цепи. В итоге все самое плохое, что может случиться с помпой, случается вот с этим изделием. Однако не все так плохо. Оригинальная помпа выходит из строя примерно на пробеге 150-180 тысяч километров. То есть начинает течь по прокладке и из-за износа подшипника ее вала. Когда появляется люфт и сальник не обеспечивает герметичность. И все мы понимаем, что при такой неприятности антифриз беспрепятственно и почти 100% попадет в поддон. Эту неприятность можно заметить по снижению уровня антифриза и по увеличению жидкости в поддоне. Но на это обычно обращают внимание в самый последний момент. И вдобавок, чтобы поменять эту помпу, ну, надо провести работу, ну, сопоставимую с заменой цепи ГРМ. Также эта помпа может порадовать разрушением крыльчатки. Она композитная, но вообще вопиющие случаи связаны с обрывом вала этой помпы, либо же заклиниванием помпы. В этом случае цепь либо остановится, либо слетит. В любом случае мотору не поздоровится. Оригинальная помпа для моторов 2.7 до 2008 года стоит жутко дорого, от 270 до 370 долларов. Есть китайские аналоги от 35 до 65 долларов, а также есть помпы от именитых производителей, то есть от 90 до 150 долларов. И в основном под заказ. А после 2007 года с появлением более свежих моделей, таких как Chrysler Sebring 3, Dodge Avenger и Johnny, у 2,7-литровых моторов конструкция цепи ее звездочек шестерен изменилась. То есть и помпа, и комплект привода ГРМ до и после 2007 модельного года разный. Новая и оригинальная помпа стоит до 270 долларов. А качественные аналоги можно приобрести в основном под заказ. Ну а теперь, что скажете про цепь ГРМ? Выглядит она внушительно. И сразу скажем, что она пластинчатая. То есть, если вы возьмете эту цепь в руку, то увидите, что она односторонняя. То есть, за зубья шкивов она цепляется только одной стороной, внутренней. Если в V-образном моторе используется единственная цепь ГРМ, которая обкатывает и шкив коленвала, и шкивы распредвалов, и паразитный ролик на уровне развала блока цилиндров, то там используется роликово-втулочная цепь.
То есть и в мерседесовских М272, и в тойотовском 2G RFE, и в 3.0 TDI от VAG используется именно роликовая втулочная цепь. То есть цепь как на велосипеде. Почему? Потому что она двухсторонняя, она цепляется за звезды любой стороной. Однако в этом американском V6 пришлось добавить ширины этой цепи, то есть два лишних ряда. А для чего? А для того, чтобы цепляться за шкив помпы. То есть звездочка помпы, шестерня, самая широкая, а остальные звездочки обычные, однорядные. Как вы думаете, как долго служит цепь ГРМ? Отвечаем. 1200-250. Растяжение цепи можно определить вот таким способом. На штоке гидронатяжителя есть резиновое колечко. Так вот, если оно выступает и его видно, то цепь реально очень сильно растянута. А увидеть это колечко можно, сняв клапанную крышку с правой ГБЦ. Иногда это колечко рвется и падает в поддон. Поэтому растяжение цепи в этом случае можно определить по посадочной бороздке для этого резинового колечка. Комплекты цепей ГРМ для старых и более свежих моторов 2.7 разные. Оригинальные полные комплекты, где есть все, включая шестерни валов, трудно найти, а их цена от 1000 до 1300 долларов. Полный неоригинальный комплект стоит около 320. Полный комплект привода ГРМ без звездочек 250 за неоригинал. Добавим, что часто владельцы моторов 2.7 образца 2007-2010 годов стараются превентивно поменять помпу и при этом меняют цепь ГРМ. Ну и еще скажем, что неоригинальные цепи ГРМ, а их уже приходится ставить давно, ходят примерно 150-200 тысяч километров. Все метки для установки и основной цепи, и цепи распредвалов присутствуют на звездах в виде точек. На основной цепи есть ответные метки в виде стрелочек. На цепях распредвалов ключевые звенья выделены цветом. Гидронатяжитель основной цепи ГРМ в старых и новых моторах 2.7 одинаковый. И о нем стоит рассказать. Он установлен в правой ГБЦ и подпирается крышкой. А в моторах образца 98 года, прям как в нашем случае, используется болт с гнездом под натяжитель. Он выступал в роли крышки и в роли опоры для натяжителя. Во-вторых, никакой подачи масла к нему нет. С завода он наполнен маслом. Сзади в нем есть отверстие. Через него он подзаправляется маслом, которое просто стекает на него сверху. Для подвода масла к отверстию в крышке сделана специальная выемка. Во время работы двигателя шток натяжителя двигается в продольном направлении. При этом запирающее отверстие шарик приоткрывает отверстие, через которое всасывается масло. Гидронатяжитель здесь далеко не вечный и иногда сдается, если автомобиль долго стоял. То есть из него вытекало все масло, натяжение цепи пропадало, и цепь перескакивала при запуске двигателя. И также этот натяжитель может сдаться в пути. То есть вы едете, он схлопывается, натяжение цепи пропадает, и, естественно, цепь перескакивает. И в этом случае поршни ударяют по клапанам. Далее интереснее. Чтобы застраховать натяжитель от схлопывания, предложили специальный ограничитель, который устанавливается на внутренней кромке ГБЦ, крепится двумя винтами. Его ограничительный выступ располагается под правым успокоителем. Суть в том, что даже если убрать гидронатяжитель, то благодаря упору цепь никогда не провиснет. В общем, если такой ограничитель установлен, то можно без проблем менять цокающий и изношенный гидронатяжитель, цепь не перескочит. И бывали случаи, что с абсолютно вышедшим из строя гидронатяжителем этот двигатель ездил, ну, до замены этого гидронатяжителя, но шумел цепями. И еще, короче, это приблуда. Действительно нужна каждому двигателю Chrysler 2.7 EER. Стоит сейчас такая вещь 65 долларов под заказ.
При нерациональном экономии на моторном масле у этих двигателей изнашиваются постели распредвалов. Видим по вот этому налету, что экономия на масле действительно была, и постели изношены. По состояниям распредвалов сказать абсолютно ничего нельзя, потому что этот двигатель 98 года, ему 26 лет, он очень долго ждал разборки и заржавел. И напомним, что все моторы, которые мы разбираем, не прошли строжайший контроль качества от компании «АвтоСтронг». Нужны новые БУ запчасти? К нам. При пробеге в 250 тысяч километров и более у этих двигателей основательно дубеют маслосъемные колпачки. И из-за подтекания масла по клапанам начинается жор этого самого масла. Как мы видим по состоянию, здесь моторчик-то масло поджирал. Блок цилиндров у двигателя 2.7 компактный, с уменьшенным расстоянием между цилиндрами. Хотя у практически любых современных двигателей стенки между цилиндрами гораздо тоньше. Случаев пробивания прокладок ГБЦ практически нет, если система охлаждения в порядке. По большому счету, блок цилиндров и обе ГБЦ никаких проблем не вызывает. Вспомним, что мотору очень много лет, 26. И мы видим побежалости, потертости на стенках цилиндров и очень слабенький ход. Как мы уже говорили, действительно, в 2000-х годах этот самый маленький крайслеровский V6 считали самым худшим американским двигателем. Однако все его проблемы, связанные с ускоренной деградацией масла и закоксовыванием, все-таки случались из-за некачественного масла и больших интервалов его замены. При современных маслах и замене масел каждые 10 тысяч километров, а лучше 7500 километров, ничего, то есть система смазки не закоксовывается, и вкладыши просто так, без очевидных причин, не изнашиваются. И, кстати, есть шатунные и коренные вкладыши, оригинальные, первого ремонтного размера. Ну, а теперь поговорим о состоянии. Есть определенный износ на шейках, что шатунных, что коренных, причем который ощущается на ощупь. И вкладыши шатунные тоже изношены, но, на удивление, не так сильно, как ожидалось. Верхние коренные вкладыши тоже с износом. Видны очевидные царапины. Ну что, разборка закончена. У этого двигателя V6, ну, так себе репутация, которая, впрочем, осталась в прошлом. У этого двигателя чудаковатая цепь ГРМ. Также помпа, ну, в неудачном месте. Но самая большая проблема вот этого двигателя на сегодняшний день — это отсутствие качественных запчастей. Дело в том, что либо эти запчасти стоят очень дорого, либо их вообще нет в наличии. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Кстати, еще напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».